Осень вышла на финишную прямую. По словам синоптиков, в ноябре североказахстанцев ожидают дождь, снег, туман и частая метель. О погоде в последнем месяце осени расскажет Адилия Кушекова. Средняя температура воздуха в ноябре, по прогнозам, будет около нормы. Первая декада принесет с собой понижение температуры ночью до 8 мороза, днем до минус 5. Во второй декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 3-8 мороза до 15-20 мороза. Днем от 2 мороза 3 тепла до 9-14 мороза. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха. В третьей декаде синоптики ожидают колебания температуры. Ночью от 5 до 24 мороза, днем от 0 до минус 16. Осадков за месяц предполагается больше нормы. Осадки, дождь, мокрый снег, гололед ожидается во второй половине первой декады, в начале второй декады, снег в середине второй декады, в начале третьей декады. Туман вероятен в конце первой, в середине второй и третьей декадах. Ветер 15-20 метров в секунду, метель ожидается часто в течение месяца. Поделились синоптики и рекордными показателями. 1 ноября 1955 года в Петропавловске зафиксирована температура плюс 14 градусов. А 24 ноября 1987 года было минус 37,5 градусов. Адилия Кушекова, Куанар Абдрахманов, служба новостей.